Дорогие виноградцы, пользуясь случаем, я хочу поздравить вас с юбилеем. Не с таким, какие сейчас бывают у наших эстрадных исполнителей, там, а у вас все-таки такая приличная дата, 55 лет. Я тоже недалеко от этой даты, поэтому у меня какое-то трепетное отношение к этой цифре 55. 5 – это хорошая цифра, а если у вас их и 2, то я больше чем уверена, что у вас все будет замечательно. А если их будет 3555, то это будет замечательно. Я вам желаю долголетия, счастья, чистоты в городе, хорошего настроения, хороших гостей как можно больше. И приезжайте почаще в Москву и ходите на мои спектакли. Спасибо большое, всего самого хорошего.